Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем елочку-красавицу. Эти модули на елке делаются полегче, чем предыдущие модели. Давайте начнем. Для елки нам понадобится 8 листочков. И первый листочек у нас получается размером 205 мм на 205. Второй листочек у нас размером 185 мм на 185. Третий листочек размером 165 на 165 миллиметров. Четвертый 145 на 145. Тут получается шаг идет 2 сантиметра. 125, 125. Шестой листочек 105 на 105. Седьмой листочек 85 на 85 миллиметров. И последний, восьмой листочек 70 на 70. И подставочка у нас 165 на 165. У нас получается подставочка делается вот такая. И верхушка, отдельный модуль, вот у такой. Это у нас для этого размера листочка 70 на 70. А все остальное, вот эта елочка, это делается из этих модулей. Давайте начнем. Сделаем сначала верхушку елки. Из этого квадратика у нас 70 на 70, 8. Этот уголок закладываем на этот, складываем по диагонали. Делаем еще раз то же самое, только с другими уголочками. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию на эту линию. Еще раз. Берем за два краешка, опускаем вниз. У нас получается такая заготовочка. Подровняем. Берем один уголочек и его раскрываем. И ориентируемся этой линией, чтобы у нас по центру была. Опускаем вниз. Придерживаем уголочки, чтобы не расходились. И проглаживаем. По этой линии мы загибаем. И то же самое делаем со всеми оставшимися уголочками. Переворачиваем на другую сторону, делаем то же самое. Последний уголочек остался. И теперь раскрываем и смотрим внутри, чтобы вот этот треугольничек был один, к нему вот эту часть прикладываем и делаем линию сгиба вот по вот этой части. Уголочек закладываем на себя. Есть. Складываем. Следующий уголочек точно так же, раскрытый. Эта складочка сюда легла. По этой линии делаем линию сгиба на себя. Следующий, точно так же.
И последний уголочек у нас остался. Закладываем его. Хорошенько прижимаем, подравниваем. И у нас получается верхушечка елки. Теперь сделаем подставочку для елки. Можно сделать из двухсторонней бумаги, можно из односторонней, чтобы, если у вас нету двухсторонней, из односторонней будет видно только с этой стороны белая. Этот уголок закладываем на этот угол. То же самое еще раз. Переворачиваем на другую сторону, эту линию на эту линию. Еще разочек. Берем за два краешка, опускаем вниз потихонечку. Краешки, уголочки подравниваем. И всю заготовку можем еще разочек подровнять. Этот уголок сюда наверх. Точку находим. И затем это расстояние делим на 2. И у меня получается приблизительно 29. И затем этот уголочек закладываем к этой точке. Отгибаем, перевернем на другую сторону, эту складочку уберем и по этой линии загнем в обратную сторону. Отгибаем, и этот треугольничек убираем вовнутрь. Эту линию закладываем к центру. Переворачиваем на другую сторону. Делаем то же самое. По этой линии разгибаем. И еще разочек то же самое. Эту линию к центру. Переворачиваем на другую сторону, последний уголочек закладываем к центру. Ориентируемся от этого угла до этого угла. Возьмем линейку, чтобы было проще. Загибаем уголочек один. И теперь вот эту линию и вот эту линию вместе соединяем. Для этого берем один краешек. Таким образом соединяем и складочку проглаживаем. Вот она у нас получилась, такая складочка. Разравниваем, переворачиваем на другую сторону, делаем все то же самое. Эту линию сюда. На другую сторону вовнутрь. По этой линии то же самое. Эту линию сюда. И последний уголочек.
Затем берем, раскрываем. И вот этот уголок вот сюда вовнутрь закладываем. Вот таким образом. Следующий. У нас линии загнуты правильные, поэтому бумага сама туда ложится, мы только ее подталкиваем. Есть. Следующий. Последний его будет посложнее уложить, поэтому мы чуть-чуть даем направление, здесь подкручиваем вот таким образом, делаем закругление, чтобы легче. И вот этот уголочек у нас ложится в этот карманчик, вот сюда. Лег, все ровненько, все хорошо. И у нас такая подставочка получилась. Этот уголок закладываем на этот угол. Этот угол на этот. Раскрываем, переворачиваем на другую сторону. Эту линию закладываем на эту линию. Еще разочек. За два краешка опускаем. Уголочки подравниваем. Всю заготовку подравниваем. Берем один уголок, закладываем сюда наверх и точку только находим. И затем берем вот это расстояние, делим на 3, и у нас получается по 24, 24, 24 и остается 24. Нас интересует эта точка. Этот уголок мы закладываем к этой точке. Разгибаем, переворачиваем на другую сторону. И эту линию здесь, складочку убираем, чтобы она у нас не топорщилась. И по этой линии опять загибаем. Отгибаем. И теперь этот треугольничек мы вовнутрь убираем. Меняем линиям направление. И убираем. Затем открываем одну, открываем рядом вот этот краешек, чтобы не порвать. И пополам здесь заложим, повернем, еще раз пополам здесь заложим, опять за два краешка опускаем. И наша заготовочка, этот уголочек на этот уголок закладываем наверх, проглаживаем. Здесь аккуратно, чтобы на кончике не порвалась бумага. Переворачиваем на другую сторону. То же самое делаем. Этот уголок сюда наверх. По этой линии загибаем. И делаем то же самое. Этот уголок сюда наверх. На другую сторону то же самое. Вот эту линию нам надо, вот на эту линию, для этого мы вот так вот берем потихонечку,
приглаживаем, здесь подравниваем, чтобы кончик был к центру, сходил. Еще разочек здесь подравниваем и вот эту линию сюда закладываем. Здесь подравниваем, чтобы ничего не торчало. И складочку вот эту сгоняем вперед. И у нас получается вот такая складочка. То же самое делаем теперь здесь. С противоположной стороны, чтобы было легче. Эту линию сюда. Наша складочка. Теперь делаем следующее. Эту линию точно так же сюда. И последняя у нас осталась. Все у нас загнуты линии, теперь вот этот треугольничек, мы обратно его убираем вовнутрь. Уже направление есть, поэтому уже полегче его загнуть. Вот таким образом загнули. Подравниваем заготовочку. И вот у нас такой модуль получился, елочки. Все наши модули сложены, и теперь собираем елочку. Можем взять самую большую, получается первый модуль у нас самый большой. И теперь вставляем вот эти прорези вот сюда. Есть один. Встал. Следующий. Точно так же вот сюда вставляем вот эти. Есть. Следующий. Есть еще один. Подставочку вставим. Верхушечка. Ну и звездочку можно поставить. И вот у нас получается такая елочка. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. С вами был Жуклёв Алексей. Пока. В следующем видео сделаем такой кусудами. Делается несложно.
долговато за счет того, что здесь много модулей надо собрать.